me and now, girl. Всем привет, дорогие подписчики, с вами я, Александр, и вы на канале Валигала, где мы распаковываем бустеры, вскрываем начальные наборы, распаковываем начальные наборы, соответственно, играем, веселимся, общаемся, ну и все самое, что может происходить со всеми нами, друзья. Но мы сегодня будем распаковывать бустеры, да, у нас два бустера 11-го сета под названием «Пробуждение драконов», друзья. Ну вот так, опа, первый, вот он, не долетел, вот он такой. Вот они, два бустера, друзья. Фух, я надеюсь, мы найдем здесь утру. Я прям очень сильно на это надеюсь. Ну, с вашей поддержкой это по-любому должно произойти, друзья. По-любому должно это произойти. Ну, что ж, мы начинаем, да? Давайте обязательно готовимся. Ну, надеюсь, вы уже приготовились. Всякие вкусняшечки себе насыпали, там приготовили. Чай, кофе, может, сок какой-нибудь купили. Ну и всего-всего-всего, друзья. Мы начинаем. Поехали. Ну, слушай, я уже устал вас ждать. Что-то долго вы готовились. Ну да ладно. Вот такие у нас. В том, что у меня было спокойствие. Двойное спокойствие в ожидании вскрытия двух бустеров в поисках клада в виде ультер и красивых фойловых карточек, друзья. Ну, мы будем начинать, да? Ой, немножко коврик, пощатнемся коврик, ну да ладно. Ну что ж, начинаем, давайте. Начнем вот с этого. Начинаем скрывать. Опа, убираем, переворачиваем. Опа, достаем. Ну, и поехали, друзья. Фух, Финатири стоит 3, атака 2, жизни 3. Это у нас лес. При гибели вашего существа выстрел на 2. Один раз заход. Вот так, один раз заход. Следующий у нас Иглаши. Это у нас нейтрал. Стоит 0, атака 0, жизни 1. Гибель, поиск дикобраза. Ну, Иглаши, друзья. Следующий у нас гном-всадник. Горы стоят 5, атака 3, жизни 4. Найм. Разыграйте добытую вашим персонажам карту стоимостью 4 или менее бесплатно. Следующий у нас Агрети, Тигрия, ё-моё, тут уже загнался, да? Тут мультистихийные горы и тьмы стоят 4 заклинания. Ваш герой добывает 2 карты из руки противника по его выбору. Вот так, огреем немножко, да? Следующий у нас заклинание степей, распад, стоит 3. Уничтожьте закрытое существо. Пошёл отсюда. Следующий у нас серый сумрак. Тьма стоит 3, атака 1, жизни 2. Серый сумрак добывает 5 карт с выбранного кладбища. Ой, да будем 5 карт, да? Ну да ладно. Пророчество, заклинание, гор стоит 3. Покажите любое количество драконов из руки. Возьмите карту за каждого дракона, показанного таким образом. Это вот такое пророчество, друзья. Следующее у нас зов вожака. Зов вожака. Да, это заклинание леса стоит 3. Показывайте по одной верхней карте вашей колоды, пока не покажете до 2 детей Кронга. Возьмите показанных детей Кронга в руку, замешайте остальные карты в колоду. Ну так вот. Следующее у нас Реала. Реала типа решала. Да, степень стоит 2, атака 2, жизни 1. Подавление. Найм. Выстрел по существу на 2. Следующее у нас Снаг. Это Ка, Маугли, человеческий детеныш. Да, это лес. Стоит 4, атака 3, жизни 5. Подавление найм. Вы можете заплатить X монет, при этом выстрел по существу на X. Вот так вот. У нас необычное, да. Это у нас события нейтралов. Смешались планы. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоит 2. Если игрок должен выполнить поиск карты в колоде, вместо этого он выполняет поиск карты в дополнительной колоде. Вот так вот. Следующее. Эргот. Эргот. Это у нас тьма. Стоит 2, атака 1, жизни 2. Найм. Эргот добывает карту из руки противника по его выбору. Ранее герой на 1. За каждую добытую вашими персонажами карту. Вот, интересненько, да? Следующее у нас. Та-дам!
Апрошас. Апрошас, да, такая вот обнаженный монстр такой, да, вот с титями вот здесь такой позакроем. Это у нас и болото стоит 2, так и 1, жизнь 1, гибель, мор 2. За 2 монетки выберите карту на кладбище противника. Этот противник показывает свою руку и замешивает все карты таким же названием в колоду. Так, и у нас здесь... Та-дам! Редкая карта, сфера сотворения. Лес стоит 3, выберите одно из поиск. Лесная карта, поиск, любая карта в дополнительной колоде. Вот так вот. Так, и у нас здесь, та-дам, редкая карта, сфера искажения. О, смотрите, две сферы. Болото стоит 3, выберите одно иск. Ой, где вот так вот, ой, где тут, блин, фойлу поймать, о. Поиск болотная карта, поиск любая карта в дополнительной колоде. Ой, ну круто. Вот так вот, фойловые мы скрыли. Редкую, да? У нас получается две редких мы нашли, две редких в этом бустере нашли. Следующий бустер у нас. Опа, срезаем, переворачиваем и достаем. Финальный бустер этого выпуска, друзья. И мы надеемся, он будет шикарным. Мы же все еще в поисках ультры и красивой фойловой карты. Поехали. Фух, я уже испугался. Цирея. Степи стоит 4, атака 3, жизни 3. Подавление. Найм. Выберите существо, пока Цирея в игре, оно не может выступать с защитником. Вот так вот. Следующее у нас пошатнуть рассудок. Заклинание болот. X-монет. Каждый противник кладет X верхних карт своей колоды на кладбище. Возьмите карту. Следующее. Радужный дракон. Горус. X-монет. Атака 1, жизни 2. Кладка. Найм. Посмотрите X верхних карт вашей колоды. Положите их обратно в любом порядке. Вот так. Следующее у нас следопыта Кении. Степи стоит 1, атака 1, жизни 1. Подавление. Найм, выстрел по существу на 1. Следующее у нас Тургалия. Тьма стоит 2, атака 2, жизни 1. Найм, Тургалия добывает карту из руки любого игрока по выбору этого игрока. Если таким образом была добыта ваша карта, возьмите карту. Следующее. Сильмерн, да. Лес стоит 2, атака 2, жизни 3. Рывок. Когда противник объявляет атаку, засада 2. В конце каждого хода верните Сильмерна в руку. Порушин. Мультистихийное болото и тьма стоит 3, атака 0, жизни 0. Порушин имеет плюс X к удару, жизням, где X наибольшая стоимость среди карт несуществ на любом кладбище. Вот так вот. Следующее у нас Скайрим, ё-моё. Тьма стоит 7, атака 5, жизни 5. Стоит на одну монету тяжелее за каждую добытую вашими персонажами карту. Интересно, даже, да, можно бесплатно как-то разыграть с такими стартами. Паж, это у нас степи, стоит 3, атака 1, жизни 1. Имеет плюс 1 к удару и жизням за каждого другого вашего акимийца. Вот так вот. Следующее у нас заклинатель воды. Лес стоит 6, атака 5, жизни 6. За 5 монет откройте все ваши монетки. Вот так вот. Следующее у нас Лидия. У нас пошли уже. Лидана. Необычные степи стоят 1, атака 2, жизни 1, рывок и подавление. Вот так вот. Ой, у нас упал, стыд, какой-то дракончик-то. Пойманный дракон, я его поймал, он пытался убежать, но я его поймал. Видали, да? Вы свидетели, все свидетели. Горы стоят 5, атака 4, жизни 4, кладка. Найм, пойманный дракон добывает все карты поддержки. Вот так вот. Круто. Добывает все карты. Ну вот сыграем, да, против нейтрала, где он там с накопленной. Следующее у нас. Серый клинок. Это у нас нейтрал стоит 4, атака 4, жизни 2. Найм, уничтожьте карту поддержки. Ну, можем карту поддержки уничтожить. Ну, поехали. Что же здесь у нас? Та-дам! Редкая карта, сфера возрождения. О, смотрите, да? Уже 3 сферы за 2 бустера. Стоит 3. Выберите одну из. Поиск темная карта, поиск любая карта в дополнительной колоде.
Ну, круто, да, вот смотрите, нашли, да, вот. О, еще один. Еще один. Я уже такого скрывал, друзья. Такое видео находится у нас в видеоканале, в ленте. Так, ненасытное лезвие, оружие нейтралов, стоит 4. Ваши существа имеют плюс 1 к жизням, дополнительно плюс 1 к удару к жизням, если у вас есть латы ужаса, плюс 1 к удару к жизням, если у вас есть черный фолиант. Ну вот он, друзья, вот мы распаковали, вскрыли. 4 ветки, то есть 3 сферы и 1... Одно оружие, друзья. Вот это была распаковочка двух бустеров. Вот, смотрите, как переливается, да, красота просто, да. Ой-ой-ой. Давайте это тоже попробуем. О, смотрите. Наверное, так убью. Ой, красота. То есть, спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои самые крутые комментарии, друзья. Давайте пообщаемся и ждите следующее видео. Оно скоро появится на видеоканале, друзья. Скоро, скоро, друзья. С вами был Александр, вы были на канале Валигала. Ну, до встречи, друзья. Всех обнял, поднял, покрутил. Пока-пока.